Этот игрок попался на самую тупую ловушку в Майнкрафте, и сейчас вы увидите, как это произошло. Я зазвал на варп, как вдруг этот челик тэпнулся. Я хотел его убить, но я увидел, что у него есть руна, поэтому решил убежать в дом, в надежде, что он, может быть, попадется в эту ловушку. Но я удивился, потому что эту ловушку знали 90% комьюнити Майнкрафта, и я на 100% был уверен, что он туда не попадется. Но каким-то образом он умудрился попасться в эту ловушку, и я с радостью начал его убивать, потому что мне очень нужна была руна. Он начал спамить меня луком в надежде, что он сможет что-то сделать, но его стрелы не проносили мне ни одной хпшки, поэтому я с легкостью мог его проносить. И наконец-то я смог его убить, и вот что мне с него выпало.